встали, копытца к солнышку подняли, улыбнулись, потянулись, умыли мордочки, проснулись. 3-4, вкусный завтрак, что нас ожидает завтра? Нам не важно, будь веселым и скачи за нами в школу, чтобы новое узнать, научиться рисовать в тонких стеклышках созвездий этот мир познать. Хорошо быть же ребенком, жить без тягот и забот, каждый день струнною звонкой за собой тебя зовет. Хорошо копыться в краске, извозюкать, извалять, и писать смешные сказки, песни петь и сочинять. Проблемы. Ночью взрослые не спят, смотрят взрослые мультфильмы, плачут, стонут и стучат. Ребятам тоже очень спать не хочется порой, только сон сильнее ночи накрывает их рукой. Как закроются глаза, прилетит к нему луна, нежно песенку споет, жеребеночек уснет. Хорошо быть же ребенком, жить без тягот и забот, каждый день струнною звонкой за собой тебя зовет. Хорошо копыться в краске, извозюкать, извалять, и писать смешные сказки, песни петь и сочинять. Извините, когда мы уже поедем? 15 минут. Хорошо.